Всем привет! Сегодняшний обзор про мою третью баночку омега-3. На этот раз они получены из семян льна. Первые от Genesis Today были получены от цветка, эхефлауэр какой-то. Вторые были получены из водорослей. И третье, как раз, ну, такой достаточно традиционный метод получения омега-3, это из масла семян льна холодного отжима. Хватает на 90 дней, вегетарианские, от компании Deva. Они были самые дешевые среди трех. Самые дорогие, скорее всего, были от Genesis Today. Содержание Flaxseed Oil получается здесь 1000 миллиграмм. Из них 55% приходится на омега-3, или это 500 миллиграмм. Если по 2 капсулы принимать, то это как раз-таки дневная норма 1000 миллиграмм. Также про омега-6 здесь тоже содержится, но почему-то не расписано содержание, процентное содержание омега-6. Оно здесь нестабильное, не такое, что вообще в норме омега-3 должно быть приходиться 1000-3000 миллиграмм, омега-6 меньше, то есть от 700 до 1000 миллиграмм в сутки. Вот. Рекомендованная доза приема – это 2 капсулы для взрослых вместе с едой. И все, и больше ничего. Срок годности до июня 2019 года. Я их буду принимать, наверное, в последнюю очередь, но посмотрим. Давайте посмотрим, какие они, что из себя представляют. Имеется защитная пленка. И вот такие смешные капсулки, прям с маслом они. Интересно. Вот. И пахнут, скорее всего, так, как льняное масло. Да, и желательно, наверное, на воздухе их долго открытым и в теплом помещении держать нельзя, несмотря на то, что есть оболочка. Вот. Ну, вот такой вот простой метод восполнения омега-3 и омега-6 для вегетарианцев. Я обязательно сниму обзор на все эти три средства. Возможно, найду что-то даже лучше. Вот. И почему я сделала этот выбор, я расскажу уже в последующих видео. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Всем пока и до новых встреч!